Вот так, задвижение. Задвижение. Дима делает массаж, ему нравится очень. Я знаю. Аккуратненько нужно. Да, аккуратно. Если массаж, то аккуратно. Не против шерсти. Да. Видите, я говорил, что нет. А хорошая у него игрушка. Такая. Не у всех собак такая игрушка бывает. Обычно покупают мячики всякие, всякие курочки, там, бегемотики, свинки. А такой игрушки не у всех собак. Лучшая игрушка это ты, конечно, да, скажи? Или хозяйские ноги. Ай, тапки любит так. Так больно кусается. Очень больно кусается, я уже почувствовала. Очень сильно челюсть. Все, тапок унес. Унес тапок. Ворует тапки, да? И разрывает. Не просто ворует, он еще разрывает тапок. Не, он пытается. Он, конечно, не может еще. Ага. Там зубки маленькие, но уже пытается. Уже вот поменялись. Частично зубки поменялись, кстати. Поменялись уже? Нет, ну частично. Те, которые под носиком, уже поменялись, уже новенькие. Злится так. Вообще характер у него такой. Серьезный будет. Да. Это не Майбах, это не будет Майбах, очень серьезная собака. Надо, как этот, боксер Тайсон. О. Ага. Ну да. Ты, это он там кому-то, да, что-то откусил. Уши там, еще что-то. Вот. Поэтому я же говорю, что надо, чтобы никому уши не подкусывал, дрессировать. Ну, не, хозяева мне не подкусывают, я имею в виду, в общем. Ага. В общем. Его купила этот швейцарская этот, как он называется. Его? Тайсона? Ну, где за холм, за самый этот вот, ее мы заметили где-то через несколько дней, как. Бельгийский зенхунд, да, выкусил? Да, да. Ну, он... ну там ничего нету, я холку осматривал, он там чесал что-то. Ну это где-то недели две назад было. Три назад даже. Я думаю, что это на него это никак не повлияло. Так, объектив мой хотел укусить, но не получилось. Что там такое зачесалось?